Дополнительное образование как способ занять детей во внеурочное время. Об этом говорили сегодня участники межрегиональной научно-практической конференции, посвященной Году культуры в России. Впервые на одной площадке собрались руководители и преподаватели, артисты, музыканты, юные исполнители, специалисты в области культуры и искусства двух республик – Татарстана и Чувашии. Говорили о современных тенденциях музыкального воспитания, о том, какие есть проблемы и перспективы. Дети любят и хотят заниматься музыкой, но надо сделать так, чтобы у них не пропал интерес к занятиям, чтобы наряду с классикой была возможность знакомиться с современными течениями в искусстве. У учителей есть много идей по этому поводу. Лучшие войдут в специализированный международный сборник. Настоящая конференция, участниками которой стали многие преподаватели Республики Чувашия, конечно, показала, что у нас достаточно большой спектр проблем, которые надо было обсуждать, и мы это делали. Чувашия встретила нас замечательно, конференция прекрасно организована, мы видели очень заинтересованные лица наших педагогов. Гости из Татарии привезли на конференцию известный оркестр народных инструментов «Казан-Нуры», коллектив лауреат международных и всероссийских конкурсов. Аккордеон, я думаю, в культуре Чуваши занимает свою нишу. Вот, поэтому здесь очень много специалистов, и когда мы всегда сюда приезжаем, нас ждут, мы всегда сюда едем с каким-то особым трепетом, любовью, что люди поймут и ту программу, которую мы везем. В репертуаре сегодняшнего концерта, конечно же, оригинальное произведение для аккордеона. Это и такие композиторы современные, как Ришар Гальяно. Конечно же, прозвучат произведения Валерия Ковтуна. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.